Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает Всемирный день потребителя. Этот год не стал исключением. В рамках партийного проекта «Народный контроль» активисты «Единой России» провели акцию, проверив крупные сетевые магазины города на наличие просроченной продукции. Это у нас не разовая акция, да, мы периодически выходим сами. В любом случае в магазин идем, уже на автомате мы проверяем те или иные продукты, да, бывает и находим, но уже сразу там не кричим это, с флагами не бегаем, просто подходим, наш активист подходит к менеджеру либо директору данного магазина и просит уже эту продукцию брать полностью и, соответственно, следит. К счастью, просроченной продукции на прилавках не оказалось. Директор магазина заверила нас, что весь товар еще только при поступлении на склад проходит строжайший контроль, а уже в торговых залах продавцы-универсалы тщательно следят за сроком годности товаров. За каждым есть закрепленный отдел, где они контролируют сроки, у них определенно ведется тетрадочки, все снимается где-то заранее. То есть как бы просрочки в зал не допускаются. Продукция допускается качественно, чтобы покупатели ушли свежие продукты, вкусные продукты. Просрочек как бы не было в торговом зале. Но самое важное в этом вопросе, конечно же, мнение обычных покупателей, которые каждый день приходят за продуктами для себя и своей семьи. Однако и здесь недовольных не нашлось. Тут все свеженькое, мне нравится, все удобно мне. Все хорошее, мне устраивает этот магазин. Активисты уверяют, чтобы улучшить качество продукции в магазинах города, необходимо каждому ответственно подойти к этому вопросу. И если вы обнаружили просроченный продукт, не закрывать на это глаза, а обратиться к администрации магазина, либо сообщить об этом по горячей линии 30 28 48. Кристина Жакот, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.